Всем привет, друзья, с вами снова Буся Трайченкова и, конечно же, с нами Илья. Привет! Мы снимаем вторую часть нашего видео! Да, и сейчас мы едем, да, едем, уже вечером едем, я такой красивый на кидочке, как вам нравится, не знаю, если нравится, ставим лайк, если нет, то не ставим лайк. И тогда мы поехали. Так, здесь у нас что-нибудь будет видно? Не видно. Нет, ребят, ничего не видно. Только себя видно. Вон там какое-то вот здание, сейчас я вам покажу. Вон там какое-то здание. Если посмотреть на машинке, там можно увидеть улицу, да? Да, там, ребят, какое-то здание заброшенное. А вот здесь какая-то труба. Просто здесь вот, здесь какой-то населенный пункт. Мы его особо не видим здесь. А здесь уже вот какая-то станция здесь. Ребят, посмотрите. Пожалуйста, если вам видно. Надо приглядеться. Тихо. Хорошо. Проходим дальше. Здесь у нас пустая купа. Идем дальше. Так, здесь не знаю, что ничего нету. Ой, вау. Там кто-то были какие-то люди. Так, там что-то тоже было. Тут что-то именно есть. Вот да. Я сейчас буду так снимать. Надо переглядеть. Так. Пойдем дальше, ребята. Итак. Сейчас. Пойдемте. Здесь мы уже останавливаемся. Посмотрите. Вот, посмотрите, ребята, как вам. Не знаю, видно ли вам, просто мне как-то не очень видно особо. Не знаю, вон там вот что-то видно, конечно, но я не вижу. Даже если подставляю... Хорошо. Да, там надо приглядеться, просто там все есть. Что же там есть? Там есть ничего. А, я вижу через дверки. Люль, ты видишь что-то? А, да, точно. Какой-то домик. Там что-то есть. Там какой-то домик. Да, там правда какой-то маленький домичек. А я вижу рельсы. Да, я видел рельсы. Сейчас, если удастся, я вам покажу. Последний. Да, ребят, я больше не вижу ничего там. Здесь какая-то непонятная штука. И тут ладно, все, пойдемте дальше. Мы... Здесь кулер, да, я вам показывала кулер. Сейчас я вам покажу мою полку. Так, идем, это не мое. Не мое, купе. Не мое. Вот мое. Так, заходим. Итак, ребята, я на своей полке. Да, на своей полке. Так, сейчас я вам покажу мое местошко. Вот оно. Посмотрите, ребята, внимательно. Этот рюкзак, это мои вещи. Дальше не мои. Здесь мой брат Илья живет. Привет, смотрите, вот там, какая подождите, задница. Смотрите, там его серик. Это у нас тоже есть такие зайцы. Там мстители. И игра сама. И он хотел показать нам игру, вот, которую он сам придумал. Да. Отмечены фигурки, да. Угу. Там уже наши вещи и его рюкзак. Сейчас я вам покажу мое место. Все. Вот. Здесь у меня подушка, кроватка уже полурастеленная и клубничка висит. Вот она. Я хочу сказать вам привет. Привет, ребята! Я уже снималась во многих ваших роликах. Привет! Привет, ребятки, вы меня живого? А я говорящая клубничка. А я говорящий зайк. Зацените мои бантики. Смотрите, какие они красивые. Да, они красивые, понимаю. Но красота не требует. Но красота требует жертв, поэтому продолжаем. Здесь наш столик. Я, собственно, вам его показываю там. Наш рюкзачок, это не наш чемоданчик. Вот там, вот под столом наш чемоданчик, ой, вернее, под кроваткой наш чемоданчик. И сейчас я вам покажу, что у нас, что, вернее, у меня в рюкзаке. Итак, поехали. Итак, ребят, я вроде бы все достал, и начнем с Ильи. Смотрите, какая классная отвеска. Сейчас... Так. Так. Смотри, какая у меня машинка, которая у меня кадрус, которая меняется, а она не меняется ни в какой воде. Итак, дальше. Это у меня блокнот. Там мы нарисовали. Вот. Так.
Вот. А дальше мы... А вот это расписание Юлиное. А дальше потом ничего. Мы одну страничку пропустили. Одну страничку, видите? Да. Пока одну страничку пропустили. Следующая — Серик. Серика все видели? А, да. Он тоже исключается. И последняя машинка. Заводная машинка. Зеленая заводная машинка. И с меня закончили, закрыли тему для за меня. Итак, ребята, сейчас с вами разговаривают одеяло. Да, одеяло с вами сейчас разговаривает. И продолжаем мной. Так, первое у меня две куколки. Это Monster High. Вот первая Monster High. Сейчас сфокусируется камера. А вот первая Monster High. И вторая Monster High. Это Фрэнки. Нет, это какая-то Элли. Я ее назвала Элли. А это Фрэнки. Вы ее узнали? Она в другом наряде. Я ее переодела. И, кстати, ребят, по секрету. Я взяла наряды для кукол больше, чем для меня самой. Это ее настоящее платье. Я ее решила переодеть с такого старенького платья в новенькое. Да. И вот оно. Итак, это ее пальто. Это ее пальто. Красивое ведь, правда? А, золотистое. Нет, оно синее. Синяя и плетка. Следующая куколка у нас вот в таком платьице. Она такая приятная. И у нее есть тоже наряд свой. Это вот такое вот платье. Это ее настоящее платье, в котором она ходит. А это ее шубка. Тоже такая же шубка. И вот она. Сейчас есть еще кое-что. Вот. Это спросите, что? А это переноска с собачкой. Сейчас я вам покажу, кто там внутри. Итак, ребята, я открыла. Здесь у нас вот такая вот собачка. Посмотрите. Она не из неба набора. Она не из этого набора. Да, Илья нам правильно говорит. Это переноска из другого набора. Да, переноска, правда, из другого набора. А собачка вообще с Киндером? Да. Итак, закрываем собачку обратно в переноске. Мне нравится собачка. Мне нравится то, что собачку можно посадить в переноску, и она не будет мешаться. И потом у нас булочка. Да, булочкой никого не удивишь. Я ее сейчас буду кушать. Кажется, какая-то игрушка, да? Потому что такой пакетик вовсе не булочный. Как будто игрушка из Макдональдса. На самом я деле, это не игрушка из Макдональдса. Да, я ее сейчас лопну. А, ребята, она так пахнет вкусненько. Ладно, и последняя, это книжка из Ессентуков. Сейчас она сфокусируется камера. У меня про горы. Вот. Ессентуки. Это моя книжка, посмотрите. Мы там были. Здесь так. Какая надпись Ессентуки? Мы едем в Кисловодск. Да, кстати, кислые мы едем воды. В Кисловодск. Здесь вот опять надпись Ессентуки. Да, и здесь вот, ребята, кто хочет почитать, поставьте на паузу и почитайте. Сейчас. Почитали. Ну что, почитали? Ну, ребят, если вы съездите в Ессентуки, то сможете... Там приобрести такую книжку, они там разные бывают. И, ребят, на этом мы можем, наверное, закончить. Всем пока-пока. И, кстати, не забудьте про лайкосик и подписку. Я же для вас стараюсь. И Илье тоже, пожалуйста. Всем пока. Давайте миллион.